Гризли сегодня. Делаем вторую капельницу. Одна была вчера после больницы, а вторая сегодня утречком. Да, малышка? Не бойся, малыш. Не бойся. Держись. Хороший мальчик. Накрыла ему капельницу специально, чтобы он... А то он пытается вылизывать. А так нормально. Тихо, тихо, мой золотой. Ложись. Ложись. Хороший мальчик у меня. Хороший мальчик. Лежи, Гризли. Лежи. Пока сижу рядом, он лежит. Только я отхожу, он пытается вставать. Хороший мой. Хороший. Обстригли его хорошо. Вот так он спал всю ночь укрытый. Пришла, он так даже не раскрылся. Как спал, так и спал. Да, малышка? Все хорошо. Сейчас, мой золотой. Все будет хорошо. Мальчик тяжелый. Но дай бог все получится. Да? Дай бог у нас все получится, мой золотой. Правда? Ты мой хороший.